в воздух шапочки бросали. Доброго пути пожелали выпускникам Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева. Лучших студентов ректор вуза Владимир Иванов поздравил лично. Раз, два, три! Ура! В этом году дипломы Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева получат более 500 выпускников. Но только 50 лучших одели академические шапочки и мантии. Помимо документа о высшем образовании, им вручили специальные награды. Они социально активные, ответственные и, конечно, хорошо учатся. Но самое главное, они хотят трудиться в той сфере, которую они для себя выбрали уже давно. Сегодняшние выпускники педагогического университета – это завтрашние учителя. Юрий Орланов планирует начать вести уроки уже с начала следующего учебного года. Я выучился на учителя математики и информатики, вот чему, безусловно, очень рад. И собираюсь дальше идти работать по профессии. Мне нравятся сами предметы, и, конечно же, я очень люблю работать с детьми. Ну а кто-то не спешит расставаться с родной альма-матер. Насчет будущего, вот пока думаю насчет магистратуры. Студенческая жизнь не оставляет. Большой опыт, хоть по профессии, хоть вообще по жизни, например, ораторское мастерство, лидерство, всякие мастер-классы, куда мы только не выезжали, всякие школы актива. Депутат Госсовета Чувашии Вячеслав Рафинов, который получил свой первый диплом больше 40 лет назад, рассказал, что помнит тот день и свое волнение. Лучшим студентам он пожелал оставаться в статусе лучших и в карьере. Вас ждут сегодня, ждут школы, ждут директора школ, ждут ученики, ждут коллеги будущие. Я вам желаю всего самого доброго, чтобы ваш трудовой путь был успешный. Информация для тех, кому еще только предстоит выбрать профессию. Приемная комиссия Чувашского педуниверситета уже начала работу. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика.